Не, ну к такому меня жизнь не готовила, не понимаешь, блядь. Разворота в голову. Там, блядь, теперь найдешь эту голову. Ну, чувак, на. Блядь. А, умный, смотри-ка, не пошел сюда. Грамотный. Так, мы уже туда, да? И песочек. Ну, а попробуем. Ага, так, стоит, меня ждет, окей. Стоит, меня ждет, давай пойдем скорее, он же ждет, он же ждет. Он же ждет, он же ждет. Он же меня ждет. Он же меня ждет, не будем заставлять его меня ждать. Он же ждет меня, сидит. А, ты тоже их 4 нашел. Попал. А, куда мне столько патронов-то? Так, нет, давай вот так. Так, вот так. Он же меня ждет. Вот так давай. Так. Так, типы где-то там в городе будут сейчас. Мне надо сначала в тот домик. Как вот так вот можно было? Да блин, хер, ну нереально так. Ну да, ну на шара, конечно, можно было. Вот пипец. В доме, во-первых, не видно ни хрена, там темно. Так, нет, резва мне не нужен. Это мне нужно. Вот это мне надо. Вот это. Так, по оружию все. За исключением какую-нибудь болтовочку можно. Так, вот это берем. Это вот сюда. Так, эти пока, кстати, не дуплились. Подожди, по-моему, тут стрелял? Что за фигня? Ладно, этих мы ждать, короче, не будем, они там, по-моему, засели. Неплохо так. Этих мы не будем.
А, на это хуйня не вешается, а на это? На это вешается. Так вот, потаскаем пока. Не ушел. Иван Петров. Не ушел. Он тут еще стрелялся. О! Нормально. Так, болтовки нету, естественно. Естественно, никакой болтовки у тебя нет. Ну-ка, погнали. Так, а чё вообще, куда нам надо? Блин, опять, чё у них опять зона стандартная началась? Как под копирку, пердолят. Вот эта вот квадратная, она на самом деле вообще пипец. Она стандартная, уже все зоны одинаковые. Сделайте вы нормальные все зоны, ну, как это, обычная. Чего бы нет-то, уже... Пусть карта это будет уже, хрен с ним. Пусть уже карта это будет, но... Ой, да ладно. 4... А, блин. Пусть уж все это останется, но, блин... Сделайте. Ну и там последний круг не будет сжиматься просто, а все. Как и положено, вертолет будет прилетать. Блять, твою мать. Такой же неловкий, как и я. Да толку-то, у тебя все равно болтовки нету. Толку все равно без болта. Ух ты, ёпта. Ты слышь, морда хитрожопая. Я сейчас подкрадусь. Болтовку принес? Хера ты не принес опять. Thank you.
Так, ух ты ж, твою же, вот эта зона. Вот это вообще пипец. Вот это изгибы. Вот это изгибы, вот это загибы. Так. Вот это место, кстати, опасное. Здесь большой open field. Могут тут схерачить. Можно сюда было бы, кстати. Ну хрен с ним, пойдем в тот дом. Блин, по идее, я бы вот уже оттуда стрелял, если бы я там сидел. Либо там никто не сидит. Либо там никто не сидит. Ага. Блин, вообще я X8 таскаю не для этого. Блин, плохо, что он на самом деле там сидеть будет. Потому что... Он не даст мне дорогу чекать. Не даст мне дорогу чекать. Блин, здесь я, конечно, могу ухапнуть с горы. О, тихо еще. Да как ты едешь-то? Хитрый развернулся, слышу, видел, что здесь тачка и трупак, видимо, и такой. А говорит, сдам-ка я педальки назад. И педальки подрубил. Моя тачка будет что? Будет с той стороны. Так. И что мы, собственно говоря, имеем? Ага, я почти в зоне.
хз. Уехать лучше, наверное. Потому что потом я буду без каверов. Так, а мне надо что-то с этого типа? Нет, ну ничего с него не надо. Потому что потом я буду вообще без каверов, когда зона закроется. Сейчас я, конечно, рискую, пипец. Но... Если делать. Лучше так. Чем не так. Нет, только не ебни по мне. Ага. Да-да-да. Ругаешься ты, да? Ага. И я тоже ругаться умею, видал как? Ты хер любимый. Так, ладно, восьмерка мне, наверное, не нужна. Мне очень тяжело. А, ёпта, масло. О, нихуя, пацаны. Видишь, как я тоже ругаться умею? А ты говоришь. А ты говоришь. Я тоже могу ругаться. Да, я его простил. Я его простил. О! Ну, чувак, где ты здесь? О! Он здесь был? Блин, он что, лутал? Дроп? А я просрал? Attention everyone,
Так, ладно, я надеюсь. Блин, хреново. А, блин, ну ты чё? Ну, серьезно? Прикалываются ребята. Просто фкашек. Дай бог каждому. Один за другим бежит, даже не стреляет, ты понял? Ты видел? Один чувак лезет, второй к нему бежит и даже не стреляет в него. И еще перед ними чувак залез. Как они играют? Как? Серьезно, я в шоке. Блин, я боюсь, что у меня на жопе, я бы на крышу вылез. Я боюсь, что у меня на жопе чувак один. Как они это делают? Как? Просто лезет. Сидят два типа, потом еще лезут друг за другом даже. Может, они вдвоем были, я хз. Ага, все, я понял, я могу вылезти на крышу. Я могу вылезти на крышу. Ой, нет, не могу стоять. Погоди. Чувак, вообще вон там где-то. Подожди, я что-то рано вылез. Не-не-не-не-не-не-не. Нельзя вылезти на крышу. А, это они умеют делать. Это вот бетон, это вообще жесть. Так ладно бы он залез, ты понимаешь, что тут два типа сидело, смотрело на лестницу, а он залез. Это же вообще трэш. Блин, чувак где-то обходит меня. А, вон он, все, я его вижу. Ага, сдохло. Сдохла сама. Ну, считаю, что девятый фраг. Нихуя ты. Вижу, 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 вижу. Кого ты там, слышь, обманываешь? Такой он, слышь. Типа, ага, сейчас я тебя типа обманул, ты пока бустайся, а я полез. А ладно, сказки тут не придумывай. Как они так играют? Он бежит, перед ним чувак лезет, он за ним лезет.